Всем доброго времени суток, с вами Елена, и сегодня у меня новинки. Азиатские орхидеи, но не из посылки. Это вообще интересная история. Сейчас я вот достану сначала вот эту вот орхидеюшку. Господи, вот оно вот так вот, вот все вместе вот уложено. Сейчас. Сначала достану вот эту орхидеюшку. Вот такой вот подросток 1,7. Вот. Муха тут. Мох тут сэкономили. Обычно мох утрамбовывают. Но ее я буду сразу пересаживать. Это Yahan Rich Woman. Ее я заказала. Господи, ну посмотрите. Ну, не микроб у меня. Микробы меньше были. Ну, вот такая вот красота. Фото вставлю. Вот. Ну, мох тут еле держится, и поэтому я ее сейчас... Она стресса. Я не думаю, что получила у нас на улице тепло. Это моя дочь заказала орхидеи в группе ВК. Вот эту орхидейку я заказала как бонус мне. А вот эту орхидейку я заказала в подарок своей дочери, потому что жизни мне не было, так она почему-то хотела эту орхидеюшку. Вот. Если честно, я ее изначально, она мне интересна была, но я ее не планировала покупать. Сначала она меня удивила. Потом в обзорах я увидела, я ее захотела. Потом у меня были сомнения, но ее упорно хотела моя дочь. И я ей сказала, найдешь без всяких длинных пересылок, я тебе ее подарю. И она ее в группе ВК нашла вчера. Вот, вот такая вот орхидеечка. Это психопсис марикота. Марикоса. Марикоса. Пилорик. Вот. Фото тоже вставлю. Так, так, как нам сказала продавец, пока ее пересаживать не надо. Я не знаю, она ее сама сажала, что ли. Такое впечатление, что их получили непосаженными, и она их сама, что ли, рассаживала. Но она сказала, пересаживать пока не надо. Надо проделать дырочки в стаканчике. И пока, чтобы она не поймала стресс. Ну, так как это осталась последняя орхидея, их только вчера получили и разобрали все. И так как это была последняя орхидеюшка, и у меня вот здесь вот как типа ожог на листьях, вот на двух листочках. Нам на нее сделали еще и скидку. И у нее есть цветонос. И вот тут вот, если видно, там вот зеленый бутончик. Уж не знаю, будет с него толк или нет, но что-то она как-то болтается. Я ее, конечно, пересаживать, наверное, правда не буду сейчас. Я просто проделаю, хотя тут вот одна дырочка есть. Я, в общем, проделаю дырочки и, наверное, вот сюда вот добавлю мох свой живой, который. И понаблюдаем, что будет. Так, люди добрые, кто связывался с этим растением, пожалуйста, подскажите, пересаживать или нет. Что-то как-то оно... Я бы не сказала, что растюха, вот у нее растет вот здесь вот новый рост. Прям вот такой вот. Вот эти листья. Ну, нормальные. Я не знаю. В общем, господи. Ой, не живется ж мне спокойно. В общем, теперь у нас есть психопсис. Жду добрых советов. Счастливый обладатель этого чуда. Подскажите, что делать? Ну, скорее всего, вот сейчас я действительно проделаю здесь вот везде дырочки внизу в стакане. И
добавлю мух, чтобы это дело не болталось. Ну, вот такие у нас сегодня новинки. Ой-ой-ой-ой. А всем большое спасибо. Ой, не знаю. Вот такого крошечного силиконового стаканчика у меня еще ни разу не было. Господи, смех и грех. Всем большое спасибо. Удивительных вам покупок. Пусть ваша идея вас радует. И ваши близкие дарят вам сюрпризы. До новых видео. Пока-пока.